Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Хочу по краудфандингу рассказать немножко информацию дополнительную. Потому что сейчас спрашивают меня, что будет следующий объект. Какой объект вы будете вкладывать деньги. Пока предварительно мы собираем на Ocean View. То есть вот я при последней моей поездке в Майами, я остановился на Ocean View. То есть есть квартира, я сделаю, кстати, аналитику. Вот, может быть, даже сегодня вечером дома сделаю. Мне прислали брокеры все квартиры по Ocean View. Может быть, это будет Фламинго, да? То есть вот Фламинго, она как бы на втором месте после Ocean View. Просто почему Ocean View? Все-таки это Sunny Isles, у нас там все объекты. Но Фламинго далеко, далеко обслуживать. Это минус главный как бы вот для нас. То есть представьте, нам 40, вот человек приехал. Да, бывает, люди приезжают на один день. Вот человек прилетел там ночью, надо ехать, встречать, давать ему ключи, там, рассказывать там информацию о квартире, там, вопросы по Майами, там, снимать деньги с его карточки. 40 минут назад, 40 минут. То есть Майами большой город. То есть потерять это время нам сейчас направо. Просто поэтому пока вот к Фламинго душа немножко не лежит из-за этого. А Ocean View — это прям рядышком напротив Марко Поло и хороший дом. Что касается объектов нежилых, то есть там многие заинтересовались, даже меня там один инвестор немножко обвинил, говорит, а почему вы сразу про нежилые не говорили, это же выгоднее получается. Да, это выгоднее, но там порог входа намного больше. То есть там за 100 тысяч долларов, как мы купили квартиры в Марко Поло, ничего не купишь. То есть там даже за 400, вот сейчас вы видели, наверное, видео я снимал по бруклинскому объекту, это моего брокера товарища, это его эксклюзивный объект, и там постоянный арендатор, чистые деньги, 2000 долларов получается, но он больше 400 тысяч долларов стоит, этот объект. А если мы говорим, например, о том, что вот хотят наши инвесторы, да, украинские, российские, ну я же общаюсь постоянно, каждый день получаю звонки, а вот купить бы такой вот билдинг, чтобы там за миллион, и вот он давал бы там 10 тысяч долларов чистой прибыли или 20 тысяч долларов. Ну, так это надо за миллион его купить. То есть хотя бы тогда надо 10 человек по 100 тысяч должны скинуться, да? Пока вот такой публики у меня, к сожалению, нет. Сейчас рекламу запускаю. То есть у меня в основном все-таки 90% моих клиентов — это те, у кого есть 10 тысяч долларов. К сожалению, так. Наверное, вот на миллионеров пока я не вышел. Ну, придет время, все нужно просто дождаться, то есть не все сразу происходит. Поэтому, конечно, придем мы и отель купим однозначно. Вспомните мое видео это. Купим мы отель, и будет у нас отель, и соберем все-таки 10 человек по 100 тысяч. Просто нужно определенное время, надо показать себя, надо потренироваться на небольших объектах сначала, да, потому что, ну, купить отель — это серьезная сделка за миллион долларов, это уже очень сверх... Конечно, ответственность и при 100 тысячах тоже серьезная ответственность, но все-таки ответственность за большие деньги, она еще более серьезная, чем ответственность за 100 тысяч долларов. Требований в 10 раз больше будет от каждого инвестора. Когда человек платит 10 тысяч долларов, он требует, а когда он платит 100 тысяч долларов, он в 10 раз больше будет требовать. Если есть вопросы, пишите, звоните. Плюс 1-347-265-61-86. Вайбер, WhatsApp.